В честь 35-летия со дня создания первого совета ветеранов области дан старт эстафеты по передаче памятного альбома, который должен посетить все города и районы Павлодарской области. В Экибастуз прибыла специальная делегация ветеранов из города Аксу. В ее составе представители образцовой семьи, юный фотограф, преподаватель, проработавший в сфере образования 40 лет, поэтесса и организатор семейных ансамблей. В клубе «Заманда» в торжественной обстановке председатель совета ветеранов Аксу передал альбом экибастузской ветеранской общественности. Мы рады вас с объятиями встречать. Передадим этот альбом моему лучшему другу, когда с его рук я получил грамоту ЦК Алексея Казахстана. ЦК Казахстан, ЦК Казахстан, я запрещаю. Мы вместе вместе. Так что я с гордостью передаю моему лучшему другу, соратнику. Так, это Павлодар. Аксу, дальше, дальше. Вот, первое строительство вот наше. Усим здесь. Так, дальше. Здесь очень много полезных дел. Альбом стартовал с Павлодара в Аксу, с Аксу в Экибастуз. Для каждого района выделено несколько страниц, где будут отражены основные моменты из жизни ветеранской организации. Завершилась встреча небольшой экскурсией. Гости побывали на смотровой площадке разреза «Богатырь».